Мы с вами все чаем мы говорим. Мы будем писать текст Антрионом? Будем? Мы снимаем видео, а не говорим. Будем писать? Будем? Леш, не будь настырным. Будем, конечно. Давай ты не будешь настырным. Давай. И так целый день мы сегодня. Смотри, мы с тобой сколько ушли уже, сколько времени назад? Мы с тобой ушли в час. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8 часов почти нас дома не было. Да, мы сегодня от бабы кушали. Вот сырный салат кушал, кашу. То есть все такое вкусное, мясо. Какой стейк, сыр, мясо. И потом батлин занимался. С кем я сегодня занимался? С кем? С кем ты занимался? На гимнастике, с ним был массаж. И пошли в магазин. Поехали на автобусе. Сели в магазин и пошли в магазин. Как это булочка, мам? Булочка называется. Ну это не булочка, ты знаешь, что называется, Лёха, я устала. Можешь спокойно как-то тебе сам рассказывать? Я тебя снимаю. Мам, как называется? Лёш, ты знаешь, как называется? Пончик. Пончик. Забыл, со сгущёнкой. Сколько стоит? 20 рублей. 20 рублей, оценка? Нет. Купили еще вот такой вот. Ой. Как называется, мы купили? Что это? Купили круассанчик. Пончик. Пончик. Это что, пончик? Угу. Что это, мам? Это донат. Донат. Сколько стоит? 10 рублей. Оценка? Оценка? 5. Потом мы пошли за сыром. Купили вот такой вот сыр. Как называется? 5 озер. 5 озер. Сколько стоит? Нет, 1000 озер. 1000 озер. Сколько? 100 рублей. Оценка? 5. Купили вот такие вот персики. Mm-hmm. Сколько стоит? 40 рублей. Оценка? 5. Купили вот такую вот колу. 5. Кола ванила. Сколько стоит? 55 рублей. Оценка? 5. Были в Асане. Мы выпили квас с тасковой пасы. Mm-hmm. Купили квас с тасковой пасы. Живой. Mm-hmm. Квас с тасковой пасы. Живой. Сколько стоит? Mm-hmm. Да давно. Сколько стоит? Я не помню, 56 рублей что ли? Или 52 рубля? 56 рублей. Понравился или нет? Нет. Оценка? Какая? 2. 2 из 5? Да. 2. Мне не понравилось. Будем пить только Ахлемальный квас. Какой будем пить? Русский дар. Да. Он тоже дешевле и лучше. Чё лучше? Да. Этот квас или Русский дар? Русский дар. Будем его пить сюда. И это Ахлемальный. 55 рублей стоит. Mm-hmm. Можно найти по акте, где можно найти. Угу. Этот нам не понравился. Оценка 2. Если он был уж вкусный, то 5. Купили вот такой вот йогурт. Сколько такой стоит? 10 рублей. Оценка? 5. Купили вот такой вот творог. Угу. Сколько стоит? 10 рублей. Оценка? 5. Не, какой 10? 30, 25 рублей он стоит. 25 рублей. Оценка? Ну, хорош, 5. Он упал у нас. Ой, в автобусе. Прощаемся. Все, как мы сегодня. Чай и все, как мы. Продукты сегодня не было никакой. Донат, это фильм был. Все, как мы сегодня. Чай и все, как мы.